подчеркнул основную суть своих инициатив. Россия, оставаясь президентской республикой, все-таки становится более открытой, и значение парламента повышается, и взаимодействие парламента с правительством усиливается. Возникает ситуация, когда парламент будет нести большую ответственность не только за назначение. Поэтому настолько интересно было то, что происходило сегодня в Государственной Думе, потому что Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьер-министром, а перед этим Госдума дала свое согласие на его назначение. 383. Но когда голосовали за Путина, были те, кто против. Сегодня не было ни одного против. На всякий случай воздержались. Позволю себе предположение, учитывая, что Михаил Владимирович хорошо знает, что происходит у каждого Российской Федерации, я думаю, что депутаты решили. Не надо растрачивать силы в напрасных, сражаясь в боях. Ты можешь остаться бескрылым, с постылой победой в руках. Ты просто пополнишь собою колонны живых мертвецов, с опустошенной душою, не вынесшей этих боев. Ты будешь таким же, как прежде, лишь с пустотою в глазах. Ведь в сердце погибнет надежда на райский покой в небесах.